Всем доброе утро. Сегодня мы завтракаем в другом месте. Ничего себе. Так, я не знаю, садись с этой стороны. Это завтрак для именинниц. Обалдеть. Зай, только тебе нужно будет все это скушать. Ого. Давайте я вам быстренько расскажу, что у нас тут есть. Яйца, хамончики всякие, сладости, выпечка. Выпечки. Тут хлебушек тепленький. Сок. Сок. Хлопья. Ну, в общем, здесь, в принципе, есть то же самое, что и мы, если бы ели бы внизу. Но зато нам это принесли в номер. Если помните, у нас был прикол, когда мы ездили во Францию, мы тоже думали, что будет что-то похожее, заказали, а нам принесли там, ну, вы помните. Да, это был ужин. А, это был ужин, точно. Да, у нас было полное разочарование в прошлый раз. Ну, это, конечно, было супер. Хотя ничего такого необычного, да? Просто очень все красиво. Да. Ладно, ребят, будем завтракать. Всем приятного аппетита. У нас сегодня Катя именинница. Так, ребят, мы уже поели и сейчас приехали в аквапарк, который называется Siam Park. Он считается самым лучшим в мире. Ну, по крайней мере, так было написано в интернете. Сейчас зайдем, посмотрим. Это на сайте официальном. На сайте TripAdvisor. Mm. Судя по... Они 5 раз заняли первое место. Последний раз в 2018 году. То есть я, кстати, не знал, что это лучше в мире. Я думал, это лучше в Испании. Я тоже думала, что это лучше в Испании. Поэтому будем смотреть, ребята, и оценивать. Потому что мы с вами были уже... Во всех аквапарках Порто Авентуры. Порто Авентуры, говорят, совсем детский. Прям для деток сделано. Но мы, я думаю, все равно туда съездим, посмотрим. После этого будет как-то... Ну, посмотрим. Все, кстати, в комментариях в восторге от этого парка. Да? Да, я читал отзывы. Ну, в Google читал отзывы, в TripAdvisor. Все говорят, что очень круто. Что если ты приехал на Тенериф и не побывал в этом аквапарке, то типа зря приезжал. Сейчас оценим. Смотри, какие тут цветы. О, они разноцветные. Красота такая, смотрите. Билеты, кстати, мы купили через интернет. Да. И тут, кстати, билеты, просто билет, не написано ни дата, ничего, да? Билет на год. Один билет на год? Да. И ты целый год можешь питаться? Нет, в течение года ты можешь прийти. А-а-а. Незакрепленная дата. Ага. Покупаешь билет, ну это очень удобно. Ну, да. Потому что в Порт-Авентуру, когда ты покупаешь билет... У меня уже рука затекла. О, потому что я плюс еще стараюсь стабилизировать. Вот, в Порт-Авентуру, когда покупаешь билет, там на определенную дату ты покупаешь. То есть ты на следующий день, если ты не пошел, не можешь пойти. Вот, что я снимал, не знаю. Ну, в общем, круто. Все. Мы почти пришли. Подходим. Вот мы и в парке. Нам нужно разобраться, что где. Смотри. Ага, но первое, смотри, Зай. О, какая красота! Диего! Вау, класс! Вау! Как здорово! Это просто какой-то трындец. Мы пришли в аквапарк, все круто. Единственное, что на селфи-палке GoPro-шку нельзя. Можно только либо на голову, либо на грудь. Прикиньте, да. А мы этих... Правил не знали. Мы не знали и не взяли это. У нас только палка. С палкой нельзя. Это что, придется сейчас GoPro-шку отнести в ящик хранения. Ну, такое. Может, у нас уже такой был. Можно будет. Ну, на другом аттракционе. Я пошел пока схожу. Давай быстренько, хорошо. Я буду тебя ждать здесь. Хорошо. Мы только что прокатились вот здесь, вот выехали. Вот тут вот. Вот, нам очень понравилось, очень классно. Сейчас пойдем на другую.
Будем снимать вот так вот, по чуть-чуть. Ну, хоть так. Хоть так, чем вообще никак. Пойдем. Ладно, пошли. Классно, очень круто. Смотрите, какой водопадик. Классно. Ты чего по камушкам не ходишь? Оп, оп, оп. Смотри, какой цветочек. В общем, мы сейчас в одном конце парка, нам нужно в другую. Ну, в другой конец парка. Да, там находятся три горки. Мы как раз купили быстрый проход. Очень быстро, это очень удобно. Что там такие. Да, кстати. 15 евро на человека. Представляете, 15 евро. Это вообще очень дешево. Что, ты пойдешь на ту? Не, тут нужно ждать. Тут на эту горку нету без как бы, быстрого прохода, поэтому не будем терять время. Пойдем на другие. Сначала прокатимся на всех, которые у нас есть. А потом ты пойдешь на это, а я тебя буду снимать. Да. Тоже к вечерку. Это после обеда мы пойдем туда. Пар. Ага. Это вообще пар или что это? А? Это пар или что это было только что? Ну это этот... распыляют воду. Мне кажется, это не вода, а крем от загара распыляет. Было бы неплохо. Здесь столько обгорелых людей. Ну, пока нормально, мы пока держимся. Мы здесь были, да? Нет. Нет? Не-не, это вот горка, которая... Вот, на которую... Да. Ну что, ребята, мы прокатились на всех горках, которые входили в наш список приоритета. Вот, и сейчас, куда мы идем сейчас? Ну, сейчас уже время обеда. Мы, наверное, сейчас пойдем, сходим, возьмем кошелек. Да, и пойдем куда-нибудь поедим. Потому что мы очень-при-очень голодны. Это не новость. Это не новость. Но дело в том, что когда ты в воде много времени проводишь, аппетит приходит намного сильнее, чем когда ты тупо... Ну, да. Мы, кстати, прокатились на всех горках. Мы пришли сюда в 11 часов, да? Да. И сейчас час 30. Ну, почти. О, час 40. Час 40 уже. За 2,5 часа мы, грубо говоря, прокатились на всех горках. Ну, отбивать позвоночник 40 не полезно. А если бы мы катались без этого браслетика, мы бы, наверное, только на одной горке катались, да. Ну, ждали бы где-то 2 часа. Потому что очень большие очереди, супер длинные. Сейчас вам покажу, смотрите, какой здесь вид с аквапарка. В общем, аквапарк... расширяется, вот там вот будут новые аттракционы, вот здесь, и вот там вот океан. Ой, крокода, красота, крокода, я сказала. Ой, да, крокода, красота. Так что, фух. Ну, парк хороший, на самом деле парк отличный. Единственное, что он маленький, тут всего 12 горок. Я думал, больше будет. Но на эту горку нужно еще будет сходить. Ну, на высокую, да, я тебя буду снимать. И у нас еще есть повторить, мы можем повторить еще одну горку. Ага, ну я не знаю, на какую повторить. Ну, мне кажется, самая крутая последняя, нет? Вот на которую мы только что были? Да. Ну, она такая, да. Я там чуть ручки не вырвал. Адреналин такой зашкаливает. Так. Где наша раздевалка? Где-то в середине. Тут такая растительность крутая. Тут куча разных пальм, все такое зеленое. Вода офигительная. Все очень голодно. Идем. Вот, мы на этой катались. Тоже классная горка. Тут есть еще бассейн с волнами. Да, и мы поедем на реке. Она почти весь парк занимает. И там, я думаю, можно будет поснимать, потому что она очень спокойная, такая лайтовая. А вот теперь горячо. Так, куда нам идти-то? А где мы? Вот, смотрите, карта. Это та карта, где не показано. Где мы находимся? Помнишь, мы здесь уже стояли? Да.
Ну, блин. Мы возле Высокой. Мы где-то вот здесь. Кажется, или вот тут здесь. Да, мы, наверное, вот тут. Да, у нас ключи. Тут? А я не помню, где. Или тут. Нет, тут. Да. Так, идем к дракону. Туда? Ну, идем туда. Тут лежаки, кстати, вот эти вот сиденья бесплатные. Можешь, увидишь свободные, можешь занимать, сидеть, загорать. Ну, почти все. Но все заняты, да. Все накрывают своими полотенцами. И все. Музычка везде играет. Полотенец там. Ага. Как классно так. Мне очень нравится. Вообще, так здорово. Вообще, да. Круто. I go anywhere, anywhere with you, 'cause you fill my mind, or you fill my mind. We could build a dream, start up something new, let the old be dead, let the shadows leave my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there for you, 'cause when we are together, I know you feel the tension. Just let me in your head so I can be there for you, there for you. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, till we fall asleep. The night is young, won't you sing for me, won't you sing for me, we do it on repeat. Ваня сейчас будет спускаться вон оттуда. Это самая крутая здесь горка. Ого! Я тут, зай! Ну как? Классно? Спину не поцарапал? Не, ну очень мягко. Очень гладненько. Вообще смахнуть. Круто. Самая мягкая из всех скоростных, как это будет спускать. Класс. Кстати, ну, вообще, кстати, не страшно. Нет. Потому что ты начинаешь спускаться, угу. И вода, и ты ничего не видишь. Сейчас ты все время с закрытыми глазами летишь. Ага. Ну, прикольно. Вернулись мы с аквапарка, а здесь сердце из роз. Видали? Блин, как красиво. И конфетки. Конфетки, которые мы сейчас с тобой поедем, да. С шампанским. Да, нам же сегодня шампанское принесли. Ну ладно. Их откроем. Это будет наша меринда. Да. Полдник. До ужина еще как закивать раком. Хотя нет, да? Нет. В 9:30 у нас уже. Нужно еще до сейчас только 5. Конфетку. Угу. Я конфетку, а ты как обычно. Ну, я как обычно, две.
Уже вечер, и мы наконец-то идем ужинать. Вот так я сегодня свой 25-й день рождения выгляжу. Отлично выглядишь, мне очень нравится. Тоже. Нравится, да? Да, очень красивые. У тебя прям горошевый день. Ой, два дня. Да, у меня гороховый отпуск. Ну что, идем в ресторанчик? Да, пошли. Цветочки. Я зафотографировалась. И я, кстати, в обычной полу. А зачем? А вот зачем? Да? Карточку ты взяла? Да. Все. Кстати, мы зарезервировали столик в ресторане, но этот ресторан не там, где идет буфет, а именно в ресторане. Держи. Спасибо. Он, кстати, на нашем этаже. Да, на нашем этаже. Ой, ну, я читала отзывы этого ресторана, все... Excellent. Идеально. Угу. Просто. Что здесь нам понравится. Я думаю, все понравится. Если нам буфет очень понравился, то и этот ресторан. Да, кстати. Ночью тоже очень красиво. Красота. Супер. Супер. Ребят, мы уже пришли в ресторан. Нам принесли первое блюдо. Мы взяли меню дегустации. И, в общем, будет очень много маленьких блюд. Вот выглядит это вот так. Я не знаю, почему так рябит. Ну, видать, из-за того, что свет здесь такой притускленный. Не знаю, что это притускленный. Тусклый, в общем, свет. Так что, ребят, будем пробовать кушать и снимать. Ну как? Необычно. Нам принесли масло фисташковое с вулканической солью, а это традиционное канадское масло, да, тоже с солью. Что сейчас будем его пробовать. И принесли еще хлебушек. На выбор. Да. Мы взяли, скажем, белый обычный хлебушек. Вот такое вот меню дегустации. Будем дегустировать что? Масло. Какое вкусное. Ну вот и пришло время нам с Ваней пробовать устрицы. Посмотрите, какая красивая подача. Просто. Офигенная подача. И я никогда. Ну вот настал тот час и день, когда нам нужно это съесть. Погнали. Следующее блюдо — это копченая рыба, да, Зай? Копченая рыба. А вот это красненькое — это мох из клубники. И вот эти капельки — это майонез терияки. Выглядит все шикарно. Устрицы мне понравились. У нас были устрицы не с лимоном, а с уксусом каким-то там. Нам перечислили, но мы не запомнили. Несли потрясающий ароматный сырный суп с луком и трюфелем. Так что будем. А здесь прям хорошенько добавили. Tomamos con un espárrago blanco laminado, con un ajo negro y dos texturas. Tenemos una crema y unos dados de ajo negro natural. Uh-huh. Y le añado una velouté templada hecha con foie gras. Buen provecho. Gracias. Ребят, мы не особо запомнили, что, как это называется, но мы назовем это пельмень или пирожок. Сверху малюсенькие креветочки, внутри что-то еще. И все полито. Рыба? Ну, в общем, будем пробовать. Я думаю, вкусно. Открываем. Что у нас там? Это... А, это икра. Я просто ничего не услышал из того, что он сказал, и я смотрел за процессом. Что там? Ну и какие-то креветки. Креветки — это не мугаванты. Ничего не говорю. Короче, здесь слышимость очень плохая. Мы не слышим официанта. Ну так, наполовинку. Выглядит подача, конечно, очень круто. И пахнет
камином. Итак, у нас рыбка, шпинат, вот это вот пыль из сливочного масла, а вот это гаспачо, я не запомнила из чего. Вот, и мне очень нравится в этом ресторане посуда, она невероятная просто. В общем, блюдо, которое нам предыдущее принесли, оно не очень вообще, вообще невкусное было. Следующее блюдо – мяско и рисочек. Все, это было вкратце все. Все, дальше мы идем вкратце. Что надо есть. Мы наконец перешли к десертам. И вот такая вот, смотрите, какая красивая тарелка и суперская подача. Это йогурт с разными там молекулярными штуками. Так что сейчас будем пробовать. А, вот это огурец. Это желе из огурца. Ну, как желе. А вот эти вот штучки, это из розы сделано. Ладно, сейчас будем пробовать. В общем, заходим мы в номер после ужина. И мы видим вот это. Ваня тоже удивляется. Я еще больше удивляюсь. Я говорю, это ты? А Ваня говорит, нет. Это ты был? Нет. Это не ты? Нет. В общем, представляете, отель меня поздравил с днем рождения. Прям вот там вот открыточка. Да, вот мы зашли, и вот так вот все выглядело. Боже, это, во-первых, неожиданно, это очень приятно и прям вообще с днем рождения поздравляет вот именно вот отель. Ну, я же сегодня приходил, говорил, что должны принести букет там, и чтобы они его занесли, и, видать, они решили тоже сделать. Пока мы ужинали, они нам тут украсть. Поэтому девушка приходила, нет? Два раза к нам кто-то да. приходил. Она, наверное, все выждала, когда мы уйдем, а мы сидели, отдыхали. Она, девушка, ну, у нас тут звонок, и заходит, вам не нужно ничего убрать? Я говорю, нет. А полотенца вам тоже не нужны? Я говорю, нет, не нужны полотенца. А, ну хорошо, и ушла. Вообще, так здорово. Слушай, сколько подарков? Ну, блин. Неожиданно, очень неожиданно. И отели меня еще никогда не поздравляли с днем рождения. Угу. Класс. Расскажи, как тебе ужин наш? Ужин. Ужин был очень необычный, с очень необычной едой. Я не могу сказать, что я в восторге, но могу сказать, что я очень рада, что у нас вот с Ваней был такой опыт попробовать такую еду в таком ресторане. Да. Вообще все, что мы пробовали, оно было очень необычное. Очень необычное. Ну, каждый день бы я бы такое есть не могла. Вот, правда. Я наелась, кстати. Было очень много всего маленькими порциями, но при этом наедаешься. Очень яркие, насыщенные вкусы всего. И в обычной жизни мы настолько яркие вещи, еду не едим, как оказалось. Но что все настолько было вот... Ядреное. Да, вот это подходящее слово. В целом могу сказать, что это супер. Мне очень понравилось. Именно вот на день рождения что-то такое необычное сделать, это идеально. А просто поужинать, если, допустим, это не праздник, то не очень. Я думаю, все, ребят, будем прощаться, потому что хочется спатки. Я очень хочу спать. Да. Я просто... Мне сейчас еще мы после аквапарка пришли достаточно уставшие. Ой. И пока туда-сюда. И в общем, увидимся с вами завтра. Завтра я хочу, подожди, я хочу сказать большое спасибо за ваши поздравления и в комментариях на YouTube, и в комментариях в Instagram, и группы в Instagram, которые тоже меня поздравляли, делали различные фотки, коллажи. Огромное... Тебя, кстати, ждет еще видео.
ВКонтакте. Да, еще и видео нужно посмотреть. Ты его еще не видела. Огромное-огромное вам спасибо. Я каждый год, мне кажется, получаю все больше и больше поздравлений. Мне безумно приятно. Огромное спасибо. Не обижайтесь, если я вам не отвечаю. Просто поймите меня, что тысячами приходят сообщения. Я просто не в силах в свой день рождения отвечать всем на каждое поздравление. Поэтому я говорю вам всем сразу в видео огромное спасибо за ваше поздравление. Мне очень-очень приятно. Спасибо еще раз. И мы пошли спать. Мы, короче, как бы вроде бы закончили влог. Мы как бы фоточку делали. Я говорю, Ване, нужно закрыть окно. Видно шорты на фотографии. И Ваня открывает штору. Он говорит, ой, это еще не все. Я еще не видела, что там. Сейчас свет. Свет включен. Шампанское мое. Человеческий десерт. Кстати, тут написано, что это. А, это поздравление с 25-летием. Это надо сохранить обязательно. Я посмотрю, что там написано. И шарики. И еще шарики. Боже, это так классно. Это... Я хочу тебя обнять. Зай, подожди, это же еще не все. В смысле? Ну вон еще весь праздник для тебя. Смотри, сколько людей. Все ждут, пока ты выйдешь на балкон. Все празднуют. Все празднуют твой день рождения. Обалдеть. Все, ребят, теперь точно пока. Всем. Baby with that.